Приветствую, дорогие мои друзья. Сейчас я в Париже. Хочу вам сказать, как в Duty Free. Как выйти из Duty Free и пахнуть очень вкусно. Итак, выбирайте духи, например. Так вот, мне нравится Dolce & Gabbana Intense, но они уже сейчас нам поднадоели. Так, сейчас я другие выберу себе. Chanel. Вот, мне Gucci, кстати, советовали. Ну, чтобы вы не думали, что... Все. Выбирайте вам понравившееся. Сейчас я открою его. И пырскайтесь. Если вдруг вам говорят, там, что вы делаете, ребят, ну я же уже вас учил, говорите легенду. На самом деле аромат, он пахнет по-разному. Либо на листочке бумажки, которые вот могут вам выдавать, да? Вот такие вот. Либо на теле. Не верите, проверьте. Все. Главное уверенно сказать, и все будет. Итак, ребят, удачи. Всем спасибо. Пахните очень вкусно и разными ароматами.